Всем привет! Вы на канале «Мистика рядом. Паранормальные истории». Меня зовут Роман. Я занимаюсь исследованием паранормального, тонкого мира с помощью инструментальной транскоммуникации. Более популярное название – электронный голосовой феномен, сокращенно ЭГФ. Первым исследователем ЭГФ официально считают Фридриха Юргенсена. Свои эксперименты Юргенсен проводил при помощи магнитофона. Я же провожу на современных электронных устройствах. В интернете есть много информации, поэтому я предлагаю познакомиться с ЭГФ самостоятельно. Друзья, это второй сеанс с тонким миром и душой Алексея Анатольевича Навального. Тонкий мир не всегда дает четкие и подробные ответы. И не на все вопросы может быть ответ. А если вы впервые посетили канал и вам понравились сеансы с ЭГФ, подпишитесь и поставьте лайк. Это помогает продвижению канала. Друзья, у меня появился телеграм-канал и Бусти, где уже выходят ролики, которых на ютубе не будет по разным причинам. Жду всех. Ссылка на телеграм и Бусти в описании под этим видео. Всем приятного просмотра! Здравствуйте! Мне кто-нибудь сможет ответить из тонкого мира? Кто на связи? Тонкий мир, назовите ваши имена. Кто на связи? Тонкий мир, спасибо, что ответили. Скажите, политик Алексей Навальный, у вас душа Алексея в тонком мире? Тонкий мир, я повторю вопрос. Скажите, политик Алексей Навальный у вас? Тонкий мир, дайте мне связь с Алексеем Навальным. Алексей Навальный, вы здесь? Вы на связи? Алексей Навальный, если это вы, скажите, где вы находитесь? Тонкий мир, Алексей Навальный, я повторю вопрос. Скажите, где вы сейчас находитесь?
Алексей Навальный, скажите, как вы попали в тонкий мир? Что с вами случилось? Тонкий мир, Алексей Навальный. Я повторю вопрос. Скажите, как вы оказались в тонком мире? Что с вами случилось? Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, кто вас встретил в тонком мире? Кто это был? Алексей Навальный, я повторю вопрос. Скажите, кто вас встретил в тонком мире? Алексей Анатольевич, скажите, вы верили в Бога? Алексей, я повторю вопрос. Скажите, вы верили в Бога? Тонкий мир, Алексей Навальный. Если вы что-то хотите передать людям на Земле, оставьте ваше послание на аудиозаписи. Тонкий мир, Алексей Навальный. Спасибо вам за ваше общение, за ваши ответы. Тонкий мир. До скорой связи.